ходил на выборе за пудрой. Я сейчас поглажу себе футболку и доделаю макияж. Познакомьтесь, мой быстрый перекусик перед тренировкой. Факт обо мне, я никогда перед тренировками не ем мясо, потому что оно долго переваривается и потом тяжело прыгать, делать элементы. Я специально не хочу есть мясо, поэтому вот это, мне кажется, самый идеальный набор, чтобы просто что-нибудь закидать в желудок и не быть голодным. Итак. Я уже вышла, у меня в запасе есть час на то, чтобы доехать до туда и размяться. Ситуация сюр. Я приехала на каток, и тренер сказал, что она не может заниматься. Так, я пришла разминаться, но поле, на котором я в прошлый раз разминалась, там кто-то есть. Короче, как вы поняли, тренер меня кинул. Не, ну, по уважительным причинам. Я все понимаю, но просто, ну, я как бы уже на катке, а она только сказала, что, типа, она не сможет. Билеты опять куплены, это уже не в первый раз. Я не знаю, как отнесутся к этому родителям, я сейчас одна. И не знаю, что мне делать, но все, что не делается, все к лучшему. К чему это, я не знаю. Я, в общем-то, буду сама закреплять все на льду. Боже. Я не могу, там, короче, играть в футбол на футбольном поле. Родители так болеют, как будто, знаете, футбол по телеку смотрят. Мило. Я хорошо размялась, сейчас пойду переодеваться на лед. Уже прошел первый час моей тренировки. Я попрыгаю все прыжки, в принципе, довольна. К сожалению, не все ошибки я знаю, потому что я вижу, как я прыгаю со стороны. Это плюс тренеру. Эх, я так уже хочу программу поставить и катать. Жаль, что мы еще даже начали ее ставить. Я буду вращаться, возможно, возьму заклон или флажок. Это сложно. Я выжила, и я дома своим ходом. Я думаю, я сдохну. Но живем, живем, как всегда. У меня сейчас есть 20 минут, чтобы все
положить на свои места, разобрать чемоданчик, привести себя в порядок, у меня будет репетитор 2 часа. Я очень горда собой, мне понравилась эта тренировка. Было бы, конечно, лучше, если я бы занималась тренером, но я молодец. Ой, что с моим хвостом? Я сейчас перекусываю йогуртом, и у меня будет занятие. Я позанималась, очень устала, очень голодная, время 7 часов вечера. Сейчас пойду кушать, наконец-то, и отдыхать. Не знаю, будет ли у меня завтра тренировка или нет, но мне почему-то слабо верится, что она будет. И знаете, после трудовой недели хочется один день чисто побездельничать и побыть весь день дома. Но завтра, как всегда, делать кучу уроков. Поэтому будет фигурка или нет, если что, я просто ОФП дома сама позанимаюсь. Сегодня все отработала, довольна собой, горда, что я наконец-то все сняла. Я очень жду каникул, которые будут через неделю, и я буду часто ходить сама на подкатки, возможно, больше чего-то снимать на льду. Не забывайте про мой телеграм, там я, кстати, спрашиваю вас о том, что вы хотите видеть на моем канале, какие видео снимать. И вообще там много всего интересного, тренировки, кружочки, влоги, эксклюзивчик. Ссылочка в описании, всех вас жду. А также не забывайте про наш уютный чатик фигурного катания, все ссылки в описании. Вот такой влог у меня получился. Это мой реальный день. Желаю всем хорошего дня, всем хорошей ночи. Всех люблю, тренируйтесь.